19 мая 2009 года в Зауралье открылась первая организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – бизнес-инкубатор Курганской области. Бизнес-инкубатор Курганской области работает по следующим направлениям. То есть это консультирование начинающих, действующих предпринимателей, это обучение основам предпринимательской деятельности по нашей специальной программе, это реализация программы «Ты предприниматель», направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, то есть открытие новых бизнесов людьми до 30 лет. Это работа Центра поддержки экспорта при бизнес-инкубаторе Курганской области. Вот основные сейчас направления работы именно такие. За 5 лет работы бизнес-инкубатор провел более 8000 консультаций, обучил 4882 начинающих и действующих предпринимателя. Алексей Бачурин открыл свою фирму вместе с другом еще несколько лет назад. С расширением бизнеса возникла необходимость и увеличить багаж своих знаний. Для этого они обратились в бизнес-инкубатор Курганской области. Как говорят бизнесмены, после обучения им удалось минимизировать расходы и подобрать квалифицированный персонал. Появление бизнес-инкубатора – результат взаимодействия органов власти и бизнес-структур. На пути своего развития этот институт всегда учитывает мнение предпринимательского сообщества. Он был самым первым из перечня всех институтов развития, с которым мы помогли родиться в Курганской области. 5 лет времени жизни этого института подтвердило о том, что он действительно оказался к месту и востребован на сегодняшний день предпринимателями в первую очередь. Свою работу бизнес-инкубатор завершать не планирует. В планах на ближайшее будущее переехать на более удобное место, так как нынешнее помещение всех желающих уже не вмещает. Это и неудивительно, ведь количество обучающихся в инкубаторе с каждым годом возрастает. Уже сегодня Курганская область признана одной из лидирующих по развитию молодежного предпринимательства. Дарья Федерягина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».